друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас будет очень вкусный и полезный рецепт. Мы с вами будем готовить популярное и всеми любимое пирожное картошка, но не простое, а полезное, и будем делать его не из печенья и не из крошек от старого хлеба, а из вот таких вот хлебцев. Нам понадобятся хлебцы, у меня здесь 4 штуки, какао и банан, а возможно даже половинка. Что мы с вами сначала делаем? Мы берем хлебцы и измельчаем их в крошку. Я буду пользоваться обычным блендером, но вы можете делать это руками, скалкой, ступкой, в общем, как вам будет удобно. Хлебцы, кстати, правильно говорить именно хлебцы, а не хлебцы, ударение ставится на первый слог. Их можно брать любые, не обязательно вот такие вот круглые, как у меня. Можно использовать и ржаные, и какие-то с добавками. Главное, чтобы они вам нравились. У нас получилась с вами крошка, мы ее пересыпаем в блюдо. Теперь мы с вами берем банан. Очищаем его, и нам его тоже нужно измельчить в пюре. Я это сделаю также с помощью блендера, сложу его прямо сюда. Целый банан сразу добавлять не буду, чтобы масса не получилась слишком жидкой. Поэтому сначала я его измельчу, и потом по чайной ложечке буду добавлять к нашей крошке. Вот такое банановое пюре у нас получилось. Теперь мы берем какао, 1 столовую ложку, и добавляем к нашей крошке. После этого начинаем постепенно добавлять банан и вымешивать тесто. Оно должно быть такое хорошее, липкое. Главное, чтобы оно не было слишком жидким, иначе наши картошки будут плохо держать форму. Здесь еще лайфхак. Мы сахар сюда не добавляем, потому что у нас пирожное такое полезное. Если вы хотите, чтобы оно получилось слаще, можете просто добавить сюда измельченный финик. Финики очень сладкие, и они не такие вредные, как сахар, точнее даже полезные. И они в этом десерте будут смотреться просто великолепно. Дальше мы формируем из этой массы шарик и обваливаем его в какао. Форму, конечно, можно делать любую, но я люблю вот такие вот круглые шарики. Мне кажется, их удобнее есть. Друзья, у нас получились очень вкусные и полезные пирожные картошка. Такие сладости точно можно съесть с вечерним чаем. Обязательно поставьте лайк этому рецепту, потому что мы для вас очень старались. И подписывайтесь на наш канал. И обязательно подписывайтесь на Телеграм. Всем пока!